пацана лево и направо. Ну почти так. Увидишь кофейный аппарат, иди на кухню. Сядь, я его включи. А, только тебе нужно чат. Давай этот девайс. Ну, мой бывший сенсей. Подключил ты? Да. Не надо вести. Вот эту коробочку. А девайс. Можно. Да, я хочу сказать, что... Это борода. Где? Сень, как тебе новая база? Мне нравится место разрешения на комнате. Все нормально. Сейчас обживемся, только надо тут как-то развести. Спать где будете? Где-то здесь? Да я бы на самом деле вот тут бы спал. На столах, на матрасах. Все нормально. Никуда не ездишь, главное. Вот сейчас придется ездить минут 10-5 до этой базы. Ну, компьютеры проверили уже как пинг? Чуть похуже прошлое, но зато есть возможность играть абсолютно на всех серверах. Там, если на прошлой базе у нас была проблема с такими марками серверов, как геймхостинг немецкий, то тут такой проблемы нет. Теперь мы можем играть, да, на всех немецких серверах. Ну, в принципе, нормально. Атмосфера рабочая. Рабочая атмосфера. Понятно. Майк, расскажи немного про свой реглан, что-то. Какая история у него? Я только вчера увидел. Вчера мне его сразу дали. Вот решил уже надеть, примерить. Так что, да, твои фанаты выпускают в продукцию? Нет, это мои друзья, знакомые решили так. Заняться вплотную свитерами и начать, так сказать, свою карьеру именно с вот этого свитера. Такого. Хороший старт с Маркелова. Да. Планку высокую забираю. Не снимаешь, да? Как дела? Да снимай меня. Что это?